Веревка. Просто веревка. Ну, сеанс магии прошел. Разоблачение. Очень интересно будет. Смотрите, это легко. На самом деле, в эту веревку встроено большое количество типа хребта человека. Типа позвоночника. Но именно поэтому это дает ту самую возможность двигаться. Ну, а соответственно... Как ты добиваешься, что она то висит, то... Или она сама иногда застывает? Ну, позвонки, как крутые позвонки. Да. Ну и точно так же. Попробуйте прогнуться назад со всей дури. То есть он прикасается. Хорошо, попробуйте прогнуться назад. Все сломали себе спины. Да, если называется, что вот я сейчас взял и потянул. Вот так. Ой, ё. Вот видите, я сломал. Бывает. Смотрите. Вот. Видите, вот здесь произошел позвоночник. Ну вот так. Нет, а я ничего не понял. Короче, мы поняли только что там. Какие? Пирожки. Нет, драться нельзя. Так она же не живая. Вот. Видите? Здесь есть позвонок. Вот здесь. Ну как отсюда? Видите? Вот. Да. Вот я гибаю. А тут такие шарниры, видите? Ну, когда шарнир? Переворачиваешь. Палочка. Когда ты его переворачиваешь. Ну сделай, чтобы жесткое стало. Он держит. Нет, не Коля. Коль, отдай игрушку. Да, сделай мягко. Мягко сделала. Отлично. Сделай жестко. Нет. Держи одной рукой. А теперь держи одной рукой. Одной рукой. А что, получилось? Так. Когда мы переворачиваем, и эта дощечка окажется сверху, эта веревка, она становится вот такой. А когда мы переворачиваем, эти шарниры могут спокойно двигаться. Ясно, как устроена эта... Дощечка снизу. Да. Когда мы переворачиваем... Но это она не дощечка, а много маленьких дощечек. Да, очень маленькие дощечки, которые... Да, вот. Идея в том, что человек не может слишком сильно прогнуться назад. Смотрите, есть доспех. Вот доспех из большого количества чешуек. Он точно так же. Это по большому счету так же, как доспех из чешуек. Человек себе спокойно может двигаться, ну вот двигается, по форме тела. Но если что-то сделать сюда, то чешуйки поддерживают эту голову и получается такой эффект. Да. Ну, хорошо.